Вообще, камин-аут как таковой, это такой процесс, когда ты открываешься другим людям, говоришь о своей ориентации. Важна не ориентация человека, а то, какой он в жизни. Если ты плохой, то тебя и без ориентации не примут. Я без камин-аута не могу, скажем так, взаимодействовать с людьми на работе, с родителями. Мне нужно его совершать, чтобы быть собой. Поэтому я делаю такой камин-аут перед Харьковом. Я его сделала давно. И повторяю, давать пример, потому что это очень важно. Для меня самый сложный камин-аут был – это открыть, понять для себя, кто я есть, и принять, кто я есть. И сказать, да, я лесбиянка, я горжусь собой. И, наверное, вот этот вот камин-аут перед собой, он изменил мою жизнь. И я наконец-то стала свободной, и дальше все намного проще было. Первый мой камин-аут был перед сестрой, и это был, наверное, самый сложный камин-аут. В мои 15 лет я думала, что я одна на этом свете. У меня чувства играют, я не могу ими поделиться с самым близким мне человеком. Просто с друзьями, были в большой компании с друзьями, и я увидела случайно верную реакцию на другую девушку. Я поняла, что не только я не одна в этом мире, я уверена в том, что моя сестра тоже такая. И для меня это был, наверное, самый счастливый момент в мои 15 лет. И с тех пор мы начали с моей сестрой идти в будущее, зная о том, кто мы есть, друг перед другом и помогая друг другу. Это было очень важно. Самый тяжелый камин-аут в моей жизни, он был перед родителями. Я думаю, что большинство гомосексуальных людей – это один из важных моментов жизни – это открыться перед родителями. Этот процесс тяжелый, непростой оказался, но его нужно было пережить, и сейчас он еще не закончен. Периодически родители звонят нам и пытаются изменить нас. Мы ругаемся, но уже хотя бы они знают у нас правду. У меня есть совет тем, кто еще не сделал камин-аут, набраться сил, терпения. Когда вы это сделаете, вам станет намного легче. В 90% случаев перед родителями, например, вы получите негативную реакцию. Она будет длиться, возможно, год, возможно, два. Но она когда-нибудь придет к тому, эта реакция родителей, что они вас примут. И поверьте, нас очень-очень много, и если все сделают камин-аут, то вы увидите, что вы не одни, и вас есть кому поддержать.